1860-е годы художник обратился к жанровой живописи. На полотнах он изображал бытовые сюжеты, сцены из жизни петербургской бедноты. Маленькие шарманчики у забора зимой, петербургский двор, селедочница. Одной из самых известных картин этого периода стало полотно «Народное гуляние» во время Масленицы на Адмиралтейской площади в Петербурге. Одна из жанровых картин Константина Маковского этого периода – «Разговоры по хозяйству», мастерски показывающая сцену домашнего быта. Старая барыня поучает кухарку и дает ей какие-то поручения. Та с недовольным и усталым видом слушает хозяйку. Судя по обстановке, барыня знавала лучшие времена, но сейчас у нее одна единственная прислуга, как говорится, про все. И обед приготовить, и подать, и убрать, и по лавкам пройтись. Через открытую дверь видна кухня с закипевшим самоваром. Его сейчас подаст прислуга, а пока она с неохотой внимает словам хозяйки. Скрашивает жизнь бедной хлопотуни только полосатый кот, который трется у ее ног. Художник так ярко и точно выписал все детали обветшавшей гостиной и немудреной сервировки стола, лица двух женщин и милую мордочку кота, что создается полный эффект присутствия при этой сцене. В 1860-е годы Константин Маковский был членом Петербургской артели художников, возглавляемой Крамским. Произведения этого времени создавались художником на волне общего русского искусства, увлечения бытовым жанром, под влиянием современной либерально-демократической литературы и журнальной графики. Живопись Маковского в эти годы плотная, вязкая, с использованием колеров, замешанных на белилах, что создавало характерный глухой землистый тон, объединяла художника с другими шестидесятниками.